И снова всем привет, я Техномакс, это Айон Фьюри, продолжаем. Значит, доктор предупредил нас о том, что если мы сюда спустимся, то нас никогда не найдут. И это означает, что либо тут приготовлены очень мощные засады, либо это означает то, что здесь такие лабиринты, что нас не найдут даже те, кто будет искать. И потеряются сами. Ну а сейчас выясним, кто же тут прячется и что нам приготовил. Кстати, музон из заставки начальной. Бля. Так, это какой-то парк юрского периода местами. Ага, я вижу. Лови. О, хорошо. Вот это прям вообще знатно рвануло. Ух ты, что я вижу. А там кот. Тут опять что ли зомби? Ну да, здесь какие-то лабиринты прям. Да, здесь, к сожалению, прицел не поднимается еще выше, чтобы осмотреться. О! Ох, как его там всего разорвало нафиг. Сейчас я поднимусь туда в вентиляцию, мне бы... Да на тебе, блин, сюрприз. Так, неправильно. Вот это правильно. Что-то тут концентрация их реально увеличилась, причем значительно. Аптечечка. Нет, я поднимусь сначала сюда, чтобы потом уже не спрашивать себя, чего я пропустил. Да, действительно, с приседу пауков убивать в разы проще. Опа. Высокое напряжение. Ау. Что-то мне тут не нравится. Я понял, где я оказался. Только я не понял, как патроны достать дробовые. Да ладно. Я что-то сюда должен был подвинуть. Ага, понятно. Гранат много. Хотя не очень, их 25. Кто там? О, надо же. Подорвал кого-то. Нормальный такой тут второй этаж, блин. Прикольно. Техническое помещение, я вижу там бонус, усилитель. Но я так думаю, его лучше потратить более рационально. Так, я, пожалуй, сохранюсь. Где моя граната? Я ее подобрал уже, надеюсь.
Ага, через это можно пройти, да? А, я понял, это я обратно вышел. А, мины, кстати говоря. Блин, отсюда ни черта не видно. Чего-то я включаю, короче, только я не понял, оно временно включается, что ли? Да, оно включается временно, это нужно, чтобы куда-то попасть. Ну, можно попробовать. Там все порвало вообще в клочья просто. Я до сих пор не понял, что это за место такое. Ой, ой, ой. Опять какие-то лаборатории. Блин, как сюда попасть? Да и сюда не попадешь просто так. Блин, ну вот включаю я что-то, и что? Ладно, пойдем дальше тогда. А, вон зомбаки где. Орут. Туда пройти не получится. А, второе разбитое стекло, и можно попасть еще сюда. Вот отсюда, наверное. А, нет, нельзя. Камеры. Чего? А, понятно, этот козел типа это. А, так это меня-то сволочь бьет. А я думал, этот козел через камеру меня бьет. Ни хрена себе, думаю, спецэффекты. Ну это пауки опять, бесшумно подкрадывающиеся. А, тут можно пройти внутрь. Хорошо, сейчас пройдем. Ой, ты падла, ой, ты падла. Ага, прям под него закинул. Ребята сильно долго в туалете сидели. Бедолаги. Аж высохли все. Вот что значит обезвоживание. Это типа просто так, да? А, ну вон он, козел летает. Сюда не попасть. Дартс. Что-то где-то открылось, мне кажется.
видимо, мне показалось. Хорошо, идем через джунгли эти. Очень много мертвецов, прямо туча. О, хорошо пошло, о, хорошо. Возможно, нырять можно. Действительно. Можно нырять и выныривать в самые неприятности. Что это за ход тут заныкали? А, секретик. Не зря я сюда ломился. Бля, это стекло было. А, или нет? Не понял. Это не стекло было? Нет, это было не стекло. Так, блин. Я понял, я от провода гранатой попадал. Это еще что за цветные головоломки такие? Где вы берете эти превосходные игрушки? Действительно. Ага, если все выключить, там будет карта. А, прикол в том, что я так понимаю, нужно совместить выходы как-то, да? А, ну, дверь, да. Да как они останавливаются-то, это неудобно. Блин, тут надо смотреть. Блин, нужно остановить их напротив входа. Ну, как будто да. Нормально. Я все-таки угадал более-менее. Сканер, к счастью.
Я думал, сейчас как в обители зла разрежут на куски. Да, да, у вас тут нарушитель или кто там, давайте. Быстрее выпускайте меня отсюда. Ой, ё. Все, успокойтесь, нет никого. Где-то там должна быть синяя дверь. А, это как-то сверху сюда спрыгнуть, блин. А потом спрыгнуть туда за патронами. Все, я понял. Я тут ничего ли не пропустил случаем? Я сюда еще не ходил. Тут нужно поднять мост на выход, я так понимаю. И красная карта, хорошо. Знаешь, я пошел правильно с самого начала. Ах ты, падла! Замыкалась. Насекомое чертово. Понятно, это был просто прикол. О, зомби, они их выращивают. Что-то она сказала про мутантов и типа спросила, ну как вы там? Здорово. Здорово. Тут всего два вида зомби получается. Интересно, зачем вам зомби вообще? Это либо реально побочный продукт, либо я даже не знаю. Органы из них выращивают, что ли? Или это дешевое войско такое? В офис менеджера. Ага, красная карта за лазером. Ой, а это что-то совсем плохо все. По-моему, они из капсул повылезали. Так и есть.
Причем повылезали все. Ох, и броню я сейчас наберу. Что-то я гранатомет неразумно прям трачу так. Блин, а тут усилитель лежал, да? Красная карточка. Там чесать то так вижу, куда чесать. Гранаты кончились. Нету. Хотел сказать, у меня пистолетов, пулеметов-то нет. Мой размерчик, она это про бронежилет говорит, а вот Дюк обычно такое про пушку бы сказал, наверное. Ух, ё-моё. Вот для меня проделал. Я на ту сторону. Я сюда за аптечками, собственно. А, классно. Сам его подорвал. Да кто? Где еще один? Или он тут один? Да нет, их тут два. О, да, я залез. Я понял, как вылезти. Сейчас мы вылезем. Ой, тут столько всего напрятали прямо. Только успевай собирать. Это отсюда нужно. Ого, вылез лопата.
А, тут нужно взрывать. Мне бы сейчас бронежилет совсем не помешал. Эх, блин, вот тут хитрожопо нужно залазить, видимо. Блин, я давно таких вещей не делал. Тихо, залез. А мне тут что-нибудь нужно было? Нужно было... Ай-яй-яй-яй-яй. Чего-то опять про взрывание она сказала. А, усилитель. Зомби едят лапшу? Я думаю, только мозги едят. О, животное опять. Открыто? Открыто, но мне сюда как-то не очень хочется. И, видимо, не зря. А мне сюда. А, блин, задолбал. Да капец, лезу. Опять какие-то шахты, тоннели, блин, всякая хрень. Интересно.
из позапрошлого уровня музыка? Ну да. Там, где мясо переработка была. Странно, я думал, музон не повторяется в этой игре. Я устал от твоих детских замашек. Детку необходимо поставить в угол. Попробуй. Просто если в этом углу гранатомет, то тебе не сдобровать. Ладно. Продолжим в следующий раз. А с вами был Техномакс, это был Айон Фьюри. Всем до новых встреч. Пока.